этом классе весенний вальс звучит впервые. Игра на фортепиано требует хорошей акустики и шумоизоляции. Сейчас здесь все для этого есть. Сегодня за инструментом Тамерлан Шарифуллин. Игра для него волнительнее обычного. В классе, кроме преподавателя, мэр города и народные артисты Константин Хабенский и Денис Мацуев. Конечно, волнительно, потому что такая личность знаменитая. Особенно хотел перед Денисом Леонидовичем сыграть, чтобы он меня выслушал, вот как отрывок я подготовил. Здание школы было построено более 100 лет назад. Условия, в которых учились ребята, не отвечали современным требованиям. Провисли потолки, начали трескаться стены. К 90-летию школе подарили новую жизнь. Провели ремонт фасада, внутренних помещений и создали условия для идеального звучания. В этой школе сделали просто великолепный ремонт, он такой светлый, красивый, вдохновляющий на новые идеи, новые свершения. Кабинеты стали намного красивее, и уже хочется больше учиться и ходить практически каждый день. Мэр города вместе с гостями осмотрел обновленные классы. Они заглянули в кабинеты по игре на гитаре, виолончели, фортепиано и в классы для занятий народного творчества и импровизации. Мастер-класс на фортепиано показал и Денис Мацуев. Могу сказать, что уровень подготовки детей из Казани, он, конечно, держит свою планку из года в год, за что огромная благодарность, конечно, педагогам и, конечно же, родителям. Мы познакомились и нашли общий язык с Ильсом Раисовичем, что самое правильное вложение – это вложение в детей. Оно окупится, оно всегда даст свои корни, и если мы будем правильно вкладывать и финансы, и знания, и внимание, и любовь в наших детей, все это окупится. На ремонт из республиканского и городского бюджетов выделили 174 миллиона рублей. Закупили более 60 новейших музыкальных инструментов. Замечательный коллектив, замечательные дети, замечательные традиции. И мы постарались сделать все для того, чтобы создать достойные условия и этой великой истории, и великих выпускников, и замечательного будущего, которое мы сегодня видим. После ремонта в школе появился интерактивный музей. Здесь собрана вся история учебного заведения, тесно связанная с историей музыки в республике и стране. Один из ценнейших экспонатов – скрипка основателя школы Рувима Полякова. Более века назад на этом рояле играл величайший композитор Сергей Рахманинов, а теперь рояль Бихштейн – это одна из жемчужин музея первой школы. Здесь собраны уникальные экспонаты, которые рассказывают об истории российской и мировой музыки. После ремонта помещение музея кардинально изменилось. Появилось музыкальное сопровождение, световые проекторы, а также теперь можно проводить мультимедийные экскурсии. За 90 лет школа стала настоящей кузницей талантливых музыкантов и композиторов. Свой творческий путь здесь начинали Рустем Яхин, София Губайдуллина, Рустем Абязов, Алена Струминская, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.